обучаться и обучать новые профессии мы имеем право только на рабочие профессии. К сожалению, учебный процесс построен очень длительно, то есть у них начинается с 1 сентября и заканчивается в конце учебного года. У нас специфика работы с нашими безработными, она должна быть более такой оперативной. То есть сегодня человек пришел, ему нужно переобучиться, какому-то предприятию нужен, допустим, там, ну, газосварщик. Обучение на газосварщика 9 месяцев. Ни один работодатель 9 месяцев ждать не будет. Если мы где-то лет 5 назад обучали за 3-4 месяца газосварщиков, максимум 6 месяцев, и предприятия ждали, то сейчас этой нормы нет. И мы вот уже неоднократно поднимали эти вопросы, чтобы как-то Министерство просвещения обратило на это внимание и сделать мобильно подготовку курсовую. Я знаю, что разговоры уже ведутся, работа такая проводится. И если это будет, допустим, от месяца до 3, как это было раньше, чтобы подготовить именно человека на рабочую профессию. Я думаю, что у нас тогда эта программа снова заработает в большем объеме. На сегодняшний день у нас 5 человек закончили курсы газоэлектросварщиков. Вот, надеемся, что они трудоустроятся. Из фонда соцстраха мы оплачиваем и за обучение, и платится стипендия. То есть они не пособие получают, а стипендия. Стипендия – это пособие, увеличенное на 15%.